I had a little overcoat, much too old to sew. У Иосифа было пальтишко. Было оно старое, и все износилось. И тогда он сделал из него куртку. Смотрите, как он сделал из него куртку. Сделал из него куртку. Обрезался. И отправился в ней на ярмарку. На ярмарку. Можно что-нибудь купить. У Иосифа была куртка, но она стала старой и вся износилась. И тогда он сделал из нее жилетку и плясал на свадьбе у племянника в этой жилетке. И вот. У Иосифа была жилетка, но она стала старой совсем и вся износилась. И тогда он сделал из нее шарф. Он сделал из нее шарф и пел в нем в мужском хоре. Иосифа был шарф. У Иосифа был шарф. Но он стал, как вы думаете, каким? Старым. Старым. И весь... Износился. Износился. И тогда он сделал, из него галстук. И отправился в город навестить свою сестру. У Иосифа был галстук, но он стал... Старым! Старым! Возносим! И весь износился. И тогда он сделал из него носовой платок. Он сделал из него носовой платок и утер им лицо, выпив чаю с лимоном. Так, Лазарь пьет чай с лимоном. Так, давай, Лазарь. Угу. У Иосифа был носовой платок, но он стал старым и весь износился. И тогда Иосиф сделал из него пуговицу. Однажды он ее потерял. И больше у него ничего не было. Ничего не осталось. Он стал голый? Нет. Тогда Иосиф сделал об этом книгу. Эта книга еще раз подтверждает, что всегда можно сделать что-то из ничего. Конец.